17 сентября в зеленом зале главного здания КФУ состоялось подписание соглашения о взаимопонимании для развития академического сотрудничества между Казанским федеральным университетом и Холонским технологическим институтом Израиля. Со стороны КФУ соглашение подписал ректор Ильшат Гафуров, со стороны Израиля – президент Холонского института Эдуард Якубов. Меморандум прошел дистанционно, на платформе Zoom. На встрече также присутствовали проректоры и директора институтов КФУ. Мы также с вами оценили потенциалы для дальнейшего взаимоотношения по целому спектру направлений, где и вы, и мы ведем исследования, и, несомненно, объединив усилия, могли бы достичь такого, как сейчас можно говорить, синергетического эффекта. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.